До інших подій. У Барановицькому районі розвіталися з Павлом Груздєвим, інспектором дорожньо-патрульної служби столичної ДАІ. 21 мая він загинув при виконанні службових обов'язків. Родные и близкие коллеги развитались с 24-годовым Павлом Груздевым. Под час чемпионату света по хоккею он контролировал безопасность дорожного руху на столичном проспекте. Его жизнь оборвал пьяный водитель. Павел с инспекторами остановили подозрительное транспортное средство, начали их досматривать. И в это время Павел обратил внимание, что приближается на большой скорости автомобиль. Водитель данной машины совершил на него наезд. Водитель при этом пытался скрыться, но был в ходе операции был задержан. Павел Груздев родом з вёскі Паланешка Барановицького района. Ён скончыў Барановіцкі эканоміка-юрыдычны каледж, адслужыў тэрміновую службу ў арміі і паступіў на службу аддзялення ДАІ першамайскага РАУ з Мінска. Быў на добрым рахунку, адказна падыходзіў да любога даручэння, камунікабельным і спагадлівым. Так пра яго кажуць калегі. Ещё до службы в ГАІ он обладал и лидерскими качествами, мог и коллектив за собой повести, со всеми сотрудниками поддерживал доброе отношение. На него никогда не было жалоб, со всеми находил всегда общий язык. У жалобной церемонии взяли удел представники Министерства внутренних справ на чале с наместником министра Александром Корбусевым, коллеги Павла по службе из Минска, Барановичев и інших городов республики. Никого этой трагедии не покинула абыяковыми. Провозили опошний шлях супрацовника милиции, рота, гоноровой варты, бригады внутренних войсков, где Павел Груздев проходил терминовую службу. Пожертвовав собой, Павел Груздев избавил Минск, спас минчан от гораздо более серьезных бед. В Минске проходит чемпионат мира по хоккею. В Минске очень много гостей, жителей столицы. Все в праздничном настроении, праздничная атмосфера. И неизвестно, сколько людей сбил данный водитель бы, если бы он прорвался в город.